На прошлой неделе в районном центре была проведена профилактическая операция «Пешеходный переход», направленная на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, а также на выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения со стороны пешеходов и водителей транспортных средств. В ходе проведения данного мероприятия сотрудники госавтоинспекции района совместно с отдельным батальоном ДПС номер 3 проводили разъяснительную работу с пешеходами по соблюдению правил безопасного перехода дороги и необходимости обязательного использования светоотражающих элементов в темное время суток, а также с водительским составом о соблюдении скоростного режима, особенно при переезде пешеходных переходов. Особое внимание организаторы мероприятия уделяли таким нарушениям, как невыполнение водителями транспортных средств требований уступить дорогу пешеходам, нарушение правил остановки и стоянки в зоне пешеходного перехода. За период проведения операции сотрудники госавтоинспекции выявили одно нарушение правил дорожного движения.